Европейская комиссия запускает новую программу экстренной помощи беженцам в Греции. После того, как в прошлом году закрылся так называемый «балканский маршрут», греческие центры для мигрантов переполнены. Еврокомиссия выделит 209 миллионов евро на то, чтобы оплатить для беженцев съемные дома и повседневные нужды. Это поможет беженцам и мигрантам лучше интегрироваться в греческое общество. Как сказал один мэр, одно дело жить в лагере, а другое жить достойно. За последние месяцы много беженцев прибыло на острова Лесбос, Хиос и Самос. В общей сложности в Греции их уже более 60 тысяч. На выделенные Еврокомиссии деньги арендуют 24 тысячи домов в разных городах и поселках страны. Еще часть средств пойдет на обеспечение повседневных нужд мигрантов. Им выдадут специальные банковские карты, на которые будут поступать пособия. Эта схема, а также поддержка через банковские карты, призваны ежемесячно помогать 34 тысячам мигрантов в Греции. Таким образом, даже в сложной экономической и социальной ситуации, страна сможет обеспечить их интеграцию. В последнее время в переполненных лагерях для беженцев участились вспышки насилия и протесты. Процесс оформления документов и переселения идет очень медленно, и люди не выдерживают. Примерно 16,5 тысяч беженцев уже переехали в другие европейские страны. Еще небольшое число мигрантов воссоединятся со своими семьями, живущими в Евросоюзе. Остальные же, вероятно, останутся в Греции.